Здравствуйте, дорогие петербуржцы, петербурженки, а также гости культурной столицы. На ваших экранах музыкальная передача «В ритме Петербурга» и я, ее ведущий Александр Лушин. Сегодня в гостях в нашей студии ленинградка по рождению, петербурженка по духу, чей уникальный тембр и манера исполнения с 80-х годов прошлого столетия и по сей день заставляют рукоплескать оба полушария нашей планеты. Как прекрасен мир, окинув взглядом бесконечный голубой простор. В нем ощути себя листвою сада, рекою, лугом, грозовым дождем. Я хочу, чтоб понял каждый, что этот мир спасет однажды любовь. Мир спасет однажды любовь. Наша добрая воля. Петербург, Петербург, это встречи друзей. Петербург, Петербург, не забыть этих дней. Петербургские дни. And to prevent them from a fall. And us are always really willing to join the good little mutual feeling of love with a mutual feeling of love. We are singing together. Петербургские дни. Большое спасибо. Заслуженная артистка России Марина Капура и группа «Яблоко 2.0», бессменный художественный руководитель Юрий Берендюков. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы начали свое выступление с гимна «Игр доброй воли», который был вами написан специально для церемонии закрытия «Игр 94-го года», которая проходила в Петербурге. Как так получилось, что вам поручили сочинить и исполнить это произведение под прицелом камер 110 стран? Мы за год уже до «Игры доброй воли» написали эту песню. В доме ЮНЕСКО была презентация, и мы спели эту песню, где Джейн Фонда тоже мне подпевала. Мы выдали специально слова песни на английском языке, и она подпевала, и даже прослезилась. Но потом уже, конечно, состоялось это событие уже в августе. На огромном стадионе. Но ведь это было не единственное спортивное событие мирового масштаба, которое повлияло каким-то образом судьбоносным на вашу карьеру. Ведь ваша первая пластинка «Гигант» была записана как раз в честь Олимпиады 80. Да? Мы сделали такой первый в СССР альбом в стиле фолк-рок и кантри. За эти слова уже можно было получить выговор в «Комсомольской линии». Да. Тем не менее, альбом был принят. И, конечно, то, что
Это к Олимпиаде 80, такой своеобразный русский фолк-рок, иностранные гости, в квадро-формате, таком неожиданном. Как-то это все пронеслось, и действительно диск вышел в 80-м году и стоил дороже всех пластинок в СССР, которые когда-либо выпускались. 6 рублей. Что-нибудь оттуда сыграем. Поговорим об истоках. Марина, вы родились в Ленинграде и, насколько нам известно, с 8 лет занимались пением во Дворце пионеров имени Жданова. Да, класс сольного пения и вокального ансамбля. Я была в младшем ансамбле. Конечно, мне мечталось перейти скорее в старший ансамбль, естественно, но этого не произошло, потому что я увлеклась уже современной музыкой. Beatles, вот как самбо. Раз об этом я хотел спросить. Да, когда впервые вам удалось услышать Beatles? Продавались виниловые такие миньоны, ну, пластиночки такие. И уже, наверное, мама, я очень благодарна, что она заботилась о нас, девочках. То есть у нас всегда были хорошие пластинки. Написано было по-русски «вчера», да? Хотя это «yesterday», да? Я мечтала поэтому изучать английский язык. Мама дала мне в английскую школу. Уже со второго класса, и чтобы моя мечта сбылась. И поэтому я могу петь и на английском, и на русском. В результате в 2014 году и выросла целая программа, да. Огромная «Битломания». Да. Не просто мы сделали вот эту «Битломанию» ради того, чтобы сделать это. В мире и в России масса коллективов, которые делают «Битлз», каверы, там есть вообще такие вот прямо копии «Битлз». Мы к русской музыке подходили через мировую. Почему Марина в те годы заявила о себе как кантри-фолк-певица? Потому что она пела русскую музыку, а слышалось что-то, еще что-то такое. А это что-то, это было вот влияние мировой музыкальной рок-культуры и поп-культуры. Вот это важная история. Little darling, it's been a
Мариночка, ваша первая встреча как состоялась? Мы с сестренкой пришли, конечно, с гитарой мы пришли на прослушивание. У нас прямо душа просто рвалась, вот, чтобы нас послушали, особенно профессионалы. И вдруг мы заходим в зал такой танцевальный, роскошный зал с прекрасным паркетом таким инкрустированным. Представляете, ДК Невский, который сейчас в руинах стоит, а тогда вот действующий был танцевальный зал, и там проходили бальные танцы. И еще в какое-то время проходила вот репетиция группы, и там руководитель был Юрий Берендюков. Я послушал и через 25 секунд понял, что это что-то из ряда вон выходящего. Этого не бывает, в принципе, не может быть, но вообще-то это вот почему-то есть. В музыке это вот такая история. Это касается вообще всех групп в мире. Какие-то вот отдельные единицы, они где-то сходятся, возникает энергия, вот, которая дает вот такой взрыв. И с этого момента яблоко покатилось. Как в результате появилось название это яблоко? Ну, мы ехали на машине. Да, по дороге. Сплошные такие яблоневые такие, ну, яблоки, сады, бесконечные. А потом думаю, почему же нам не назваться вот так вот яблоко, потому что есть же апельсин. Ансамбль, а мы как бы вот, а вот мы яблоко. То есть вот. Апельсин была очень популярная тогда, кантри, да-да. Кантри-рок тоже такое. Эстонская, а у нас фолк-рок. Как случилось ваше сотрудничество с композитором Александром Морозовым? Конкурс с песней «По жизни». Я выступала, пела песню «Лора Квинт». Очень красивая песня, кстати. И после моего выступления ко мне подошел как раз Александр Морозов и захотел сотрудничать со мной, предложил мне горницу и «Летела Гагара». Летела Гагара, летела Гагара на вешней заре. Летела Гагара с морского утеса на тундре сырой. А там на болотах, а там на болотах грустника цвела. А там на болотах дымились туманы. Слизь.
Следующая песня, которая заявлена в вашей программе, принадлежит перу другого композитора, значительно более старшего поколения. Я имею в виду Марка Григорьевича Фраткина. Как его песни попали в ваш репертуар? Ну, это уже конкурс «Сочи-86». Я уже стала солисткой Ленконцерта. И когда у меня представилась возможность спеть песню вот в конкурсе Марка Фраткина, я, конечно, с огромным пиететом ощущала огромное счастье. И Юра уже сделал такую аранжировку, очень интересную интерпретацию, которая, мне кажется, очень понравилась самому Марку Фраткину. Мы не знали, что в жюри будет Марк Фраткин. Мы этого не знали. Мы сделали песню не потому, что вот мы хотели угодить маститым членам жюри, а потому что нам понравилось. Нам было в кайф это делать. Такая фолк-роковая получилась штука. Потом выяснилось, что ему очень понравилось. Yeah.
Браво! Кроме замечательных авторов, вам на своем творческом пути приходилось встречаться и с замечательными коллегами-исполнителями. И одной из первых таких, опять же, судьбоносных встреч, наверное, была встреча с прекрасной польской певицей Марилей Радович. Когда Юра со мной ухаживал, я помню, что Юра меня познакомил тогда с польской эстрадой. И там как раз и была и Марилей Радович, и Чеслав Немен, и Анджей Лиза. Много-много групп, которые я просто влюбилась. Такое счастье, что Юра познакомился с Марилей Радович в Москве. В Лужниках это было. Угу. Вот. Я прошел со служебного входа. Молодец. Иду прямиком, смотрю, Марилей сидит со своим продюсером. Я вот достаю наш альбом «Яблоко» и, значит, хочу вам подарить, потому что вы наша одна из самых любимых фолковых таких вот роковых певиц. Она говорит: «О, спасибо, ну-ка, говорит, сходи там, принеси мой альбом». И альбом назывался «Вшёнж да пачёнгу», то есть «Сядь в поезд». Конечно, а когда она приехала в Ленинград уже выступать, мы, так сказать, уже пообщались, познакомились все вместе. А потом она записывала альбом на мелодии в Москве. Да-да. Русскоязычный альбом своих песен. И вот она пригласила Марину вот в песню «Щёнж да пачёнгу» помочь ей записать бэк-вокалы. А мы даже не представляли, что спустя несколько лет Марина будет исполнять эту песню в Сопоте уже, на фестивале в Сопоте. С оркестром. Мир мой, нагрянула осень, времени грустная веха, и мне хочется все бросить и сесть в поезд и уехать. Даль пусть в окне убегает желто-багровые кроны, пусть обо мне все забывают и не звонят мне телефоны. Сядь, любой поезд, будь ты как ветер, и не заботься ты о билете. Листик зеленый зажми ты в ладони, прошлое больше тебя не догонит. Сядь, любой поезд, будь ты как ветер, и не заботься ты о билете. Листик зеленый зажми ты в ладони, прошлое больше тебя. Покинуть не жаль мне эти бокалы и блюдца, и обернусь я на прощание, чтоб уже больше не вернуться. Я все часы потеряю, благословлю ту пропажу, только когда же не знаю, путь опуститься отважусь. Сядь, любой поезд, будь ты как ветер, и не заботься ты о билете. Листик зеленый зажми ты в ладони, прошлое больше тебя.
87-м с этой песней на фестивале в Сопоте. И в этом же 87-м выходит выпуск «Утренней почты», угу, где вы исполняете еще один супер-хит международный. Новогодняя песня «Happy New Year». У нас еще там был русский куплет, который написала моя мама. Когда мы прислали фонограмму, редакция нам звонит, говорит: здорово, потрясающе, но нам никто не поверит, что это поет Капура, потому что это Абба звучит. Тогда первый запев на русском. Ну, сейчас-то мы на английском. The fireworks are through. Here we are, me and you, feeling lost and feeling blue. It's the end of the party, and the morning seems so gray, so unlike yesterday. Now's the time for us to say Happy New Year. Brave new world arrives, and I see how we drive, see the ashes over lies. Yes, man's a fool, and he thinks he'll be okay. Dragging on, feet on play, never knowing he's astray. Каждый год я пою эту песню, столько лет уже, никогда не надоедает, потому что такая светлая музыка. Абба наряду с Битлз легла в основу, так сказать, творческого пути. Именно поэтому в 2008-м появилась программа «Аббамания». Да. Ясно, что Марина очень хорошо это поет, но это не просто вот Марина выходит и с оркестром, там, с ансамблем, с бэками поет Аббу. Мы решили сделать такое шоу, которое бы рассказало об истории ее поколения, которое выросло на этой Аббе. То есть это Аббамания в СССР. Что случилось со страной, которая строила коммунизм, добивалась колоссальных результатов, все росло, промышленность, сельское хозяйство, все, и вдруг эта музыка попадает в Советский Союз и находит отклик у миллионов советских людей, потому что действительно фантастической красоты. А костюмы к этой постановке создавал модельер, который работал непосредственно с группой Аббов. Для Марины, да, специально он сделал несколько аббовских костюмов. Зовут его Ове Сенстрем. Мы были с Мариной на фестивале, посвященном 30-летию победы Абба на Евровидении в Брайтоне в английском в 2004 году. Так-так. И там был этот самый Ове Сенстрем, модельер. Марина выступала в конце фестиваля. И потом Ове нам рассказывает. Вдруг слышит, поет Агнетта. Что такое? Она, Агнетта не была на фестивале, она не приехала. Ему говорят, это из России, да. А я вижу, что он уже
заинтересовался, после выступления «Подходим», познакомились, и родилась идея сделать костюмы для Марининого шоу. Так и началась эта дружба. Вообще скандинавская культура близка вам и находит отражение в вашем творчестве. И эта симпатия, насколько я понимаю, также еще и взаимна. Ведь недаром на фестивале Baltic Song Festival вы занимали призовые места. В 1988 году я стала лауреатом второй премии. Это был международный конкурс эстрадных исполнителей. Исполнял песню на стихи Джуны Давиташвили. Той самой музыка... Джуны, прорицательницы. Да. А музыку написал Юрий Берендяков. А как получилось, что вы познакомились? В совместных концертах мы познакомились в Петербурге. Тогда Джуна еще выступала и пела. Джуна, это вот группа «Яблоко». Вот Марина «Яблоко», она говорит, а у меня есть песня «Яблоко в руке». Ну-ка напиши, говорит, песня там нет. Она говорит, я написал. И она нам пригодилась. Марина поехала в Карлсхам. Эта песня сработала. Получили вторую премию. И нам было приятно. Продолжая тему культурной связи с нашими скандинавскими соседями, нельзя не вспомнить эпизод довольно-таки недавний. В 2019 году был записан вами с Юрием альбом авторский под названием «Говорящим Скандиленд». Альбом англоязычный. Англоязычный. Да. И потом, это не просто Швеция, это и Дания, и Норвегия, Исландия. Вот такой скандинавский вот наш взгляд. А та песня, которую сейчас Марина хочет спеть, она вот единственная, есть еще на русском языке. Той ночью вижу странный очень сон.
за доспехов звон. За Монкроборг в зыбком свете тронный зал. Я вхожу несмело у датской королевы бал. Рыцари и леди, лица цвета меди, леденящий нежный взгляд. Скрипки министрели, сладостные трели, королевский хит-парад. Как прекрасна королевы маска жесть. Прекрасна маска власти, прячет тайну страсти месть. Я стою у трона в колпаке зеленом. Шут у трона. Шут смеется, милость продается тут. Рыцари и леди, лица цвета меди, королевский хит-парад. От скрипки министрели, звезды королевы, я танцую, пряча взгляд. Все-таки, как бы не было великого влияния иностранной музыкальной культуры, скандинавской, англоязычной на ваше творчество, все равно основой всему является русская великая культура. И вы, не забывая об этом, взяли, да и записали альбом на стихи одного из столпов русской поэзии Сергея Есенина. 125 лет со дня рождения Сергея Есенина. Я и написал романс «Не бродить, не мять в кустах багряных». Это дало толчок какой-то. Я вдруг начал писать одну за другой песни и написал следом «Тальяночку», потом еще. Сейчас они в работе. Альбом еще не готов. Он пишется. Тальяночка малиновый меха. Ой, выходи встречать, как улице красотка жениха. Ой, васильками сердце светится, горит в нем бирюза. А я играю на тальяночке про синие глаза. Твой платок шитьем окрашенный мелькнул за косой.
И все же, не забывая о корнях, вы не упускаете случая обратиться к мировой музыкальной культуре в самых разнообразных направлениях. В частности, в этом году в эфир греческих и кипрских радиостанций ворвался хит, который вы записали на греческом языке, «Афродита». Мы познакомились с петербургской поэтессой Галиной Заренковой. Родилась песня «Афродита». Мы ее записали, ну, естественно, на русском языке, потому что стихи были на русском. Вот. Потом, естественно, на всякий случай, на английском. А потом мы подумали, а как же так? Греческая песня, вот. Греческая богиня. А язык-то какой? Был сделан очень хороший перевод поэтический на греческий язык. И Марина записала. Но мы хотим, конечно, пригласить на эту сцену еще одну исполнительницу, Наташу Кулеш. Она будет играть на бузуке, потому что бузуки – это греческий народный инструмент, без которого, конечно, аранжировка бы не получилась. Дорогие друзья,
Наш телеконцерт подходит, увы, к концу. И нам со знойных берегов кипрских пора возвращаться на прохладные берега матушки Невы. Что является центром притяжения в Петербурге? Почему он рождает одно за другим поколение талантливейших исполнителей и авторов? Потому что у нашего города такая душа, она такая очень меланхоличная, очень светлая, возвышенная и строгая. И я люблю за это наш город. Спасибо вам, дорогие наши любимые, что пришли к нам сегодня на нашу эстраду. И напоследок что-нибудь о любимом городе. Наш Питер. Этот город не призрак, не сон, воплощение мечты. Неземное творение и символ земной красоты. Он и Рим, и Венеция после монгольских времен. Среди сумрака вспыхнул он светом астральных колонн. И это Питер, все это Питер, любимый Питер, я вновь возвращаюсь к тебе. Город белых ночей, город тайн и несбыточных снов. Ты как будто рожден вдохновением пушкинских слов. Я плыву по каналам, я в самом начале пути. Мне здесь Гоголь оставил записки, их надо найти. А с вами, дорогие телемеломаны, мы прощаемся. До новых встреч в «Ритме Петербурга». Ленинградской симфонии ты был спасен, Петербург. От родителей знаю, как страшен был замкнутый круг. Я храню заплачено выше на бед.